Итак, мы на Бродвее сегодня. Сказали, что здесь handmade выставка. Чуть пока не вижу. Посмотрим. Прогуляемся. Идемте вместе с нами. Вот такие. Это мотоцикл, ты сказала, да? Можно покататься. Вон рамка красивая. С сердечками. Фотографироваться. А это самокат. Да. Картины здесь, как всегда. Это как его. Идем. Дед Мороза на память. Спасибо. Руку давай. О, смотри, какие тут огоньки. Красные, да? Люстру такую красивую повесили. Руку давай. Картины. Сирень. Виноград с персиками. О, смотри, что там есть. Сейчас посмотрю. Где? Где? Вот, вот, на пальме. На пальме? А, вот. Да. Да что, у тебя же есть дома мыльные пузыри. Ну, он у меня хочется. Ну, давай в другом месте купим, пожалуйста. Ладно? Давай здесь, друг. Давай здесь. Где-нибудь здесь. Другой. Что другой? Мыльные пузыри. Другие мыльные пузыри? Да. Давай не здесь, пожалуйста. Давай поищем здесь какую-нибудь другую. Картины? Вот, смотри, там тигрята. Где? Ага, точно. Тигрята. А вон белая. А, ты про вот эту черную? Да, про эту черную собачку. А еще, смотри, какой прикольный петух. Mm. А еще фоткай лошадки. Лошадки? Я вижу черные и белые. Да, я вижу, хочу. Чубетички, рюкзачки, украшения. Нет, это не стеклянные, это глиняные. Вот этот красивый, да, золотой? Забрали. Ничего не разбирали. Брошечки, да? Смотри сюда. Календарики. Идем, детюки. Здравствуйте. Гуляем. Что-то народу мало совсем. Мы думали, вот ходим, бродим по Бродвею. Что-то так скучненько, что-то так бедненько. Вон музыкант играет музыку на дудочке. На дудочке. Дядя делает музыку. Да, дядя тоже устал играть, народу нет. Удобно сидеть. Вот, просто посмотрим магазин, какой здесь. Идем. Все. Все, пойдем. Ничего интересного не нашли. Можем идти домой. Кисуль. Нет. Станция метро. Какая красивая.